На высоте и под палящим солнцем в столице продолжается установка приборов учета электроэнергии. Счетчики уже установлены в нескольких районах города, там, где возникают большие нагрузки и происходят частые аварии. На данный момент работы ведутся на улицах Щеглова и Соловьева. Я думаю, что завтра мы уже заканчиваем. Около 60-70 абонентов мы уже установили счетчики. По Тейпа и еще одна улица остается, и все, на этом заканчиваем, улица Джанбу. Недовольны те, которые вообще не платят за свет. Остальные все нормально воспринимают. Что представляет собой так называемый умный счетчик? Это новейшее техническое средство, автоматизирующее весь процесс. С его помощью как абонент, так и поставщик смогут следить за расходом электроэнергии. У нас в офисе стоит сервер, который считывает показания счетчика, и мы видим расходы электроэнергии каждого абонента. Каждый счетчик имеет свой идентификационный номер. За каждым домом, за домовладением закреплен определенный номер счетчика, составляется акт. И ежемесячные расходы электроэнергии мы видим как ежемесячно, также можем видеть ежесуточные расходы электроэнергии и какая нагрузка идет. Он, преимущество этого счетчика по сравнению с бывшим, то, что он через себя может пропустить 80 ампер. Энергетики убеждены, такая система будет способствовать укреплению платежной дисциплины и снизит потерю электричества в сетях. Кроме того, позволит выявить нелегально подключившихся потребителей. Мы можем ежечасно, ежесуточно, за месяц по любым параметрам определять потребление наших абонентов. Мы будем знать о качестве нашего напряжения, мы будем знать о мощности, которую потребляет. И в случае неоплаты, значит, программа, формируется извещение, приносится абоненту, он извещается, а потом происходит обесточение абонента. Обесточение происходит автоматически, это делает программа, установлен порог отключения, свыше которого при накапливании долгов программа обесточивает абонента. Еще один плюс умных счетчиков – меньше споров по поводу суммы оплаты, ведь приборы сами фиксируют и передают данные. Мы почему начали с частных домов, я вам скажу, что потому что наибольшее потребление все-таки у нас в городе – это в частных домах. Это и подсобные помещения, это и большие площади частных домов, это теплые полы, кондиционирование, отопление. Самое главное, что даст установка этих приборов учета – это падение, снижение нагрузок на наших сетях и подстанциях. Люди начинают экономить. Когда человек знает, что за потраченный хотя бы киловатт-час ему придется заплатить этот рубль, он начинает экономить, начинает выключать лишние электроприборы у себя в доме. Всего предприятием «Черноморэнерго» было приобретено более 2500 приборов учета. Из них уже установлено около 1300. Для абонентов установка счетчиков бесплатная. На сегодняшний день обвязан у нас полностью район. Это значит Колос и выше Колоса, весь пригород. Улица Назадзе, 4 подстанции обвязали мы. Сейчас перешли на улицу Чан. Само оборудование очень дорогостоящее. Прибор учета трехфазный стоит в районе 15 тысяч рублей. Однофазный стоит в районе 8-9 тысяч рублей. Плюс его установка, монтаж, дальнейшее обслуживание. Установка приборов учета электроэнергии будет продолжена. Эсма Голандзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.